Ну а мы продолжаем праздничный эфир. И в гостях у нас солистка Красноярского государственного театра оперы и балета Хворостовского Анна Киселева с песней «Даль великая». Киселева, большое спасибо. Хочу сказать, Анна всегда такой наш немножко особенный гость. Мурашки, может быть, несколько слов в особенный день. В особенный день я очень рада. Доброе утро, дорогие красноярцы, земляки. Я очень рада быть сегодня здесь и поздравить всех нас с великим праздником, Днем Великой Победы. Счастья, здоровья и мирного неба нам всем.